Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Если вы это слышите, значит, слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые, не умеющие распознавать опасность, пока на их не укусят за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Почему? Главный вопрос, почему бы и нет? Почему наши исследования так опасны? Почему не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не завести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет, испытуемый, все в порядке. Да, вы, следите свои вещи на выход, парковки, машину, прощайте.